Я прям чувствую вот этот звук. Поющие пески. Всем привет! Сегодня мы расскажем о мистических и необъяснимых событиях, которые пощекочут ваши нервы. Готовьтесь услышать истории о призраках, странных явлениях и жутких существах, которые до сих пор остаются загадкой. Что скрывается за этими тайнами? Давайте узнаем вместе. Исследуя заброшенную деревню в Мексике, туристам показалось, что за ними кто-то наблюдает. Выглядит очень жутко. Что за неведомое существо скрывается за стеной? Вы это видели? Доказательство левитации прямо перед нашими глазами. Это зрелище завораживает и оставляет в недоумении. Как такое возможно? Магия или наука? Возможно, это природное явление или космический феномен. Может, даже живое существо. Но кто способен передвигаться так легко по раскаленному солнцу? Силуэт за дверью напомнил хозяевам квартиры о питомце, который ушел из жизни совсем недавно. Возможно, он вернулся попрощаться. Летающий змей прямиком из старинных мифов. Перед нами оживают древние легенды. Морские водоросли, словно путы и колдовских нитей, скрывают что-то на глубине и готовы вот-вот утащить тебя на дно. Советуем держаться подальше от этого места. Мы никогда раньше не видели такую рыбу. Ее странные формы и жуткие черты вызывают ужас. Что на самом деле скрывается в глубинах водоемов? О, это что, единорог? Кажется, что чудеса могут быть ближе, чем мы думаем. Мужчина гулял по лесу и наткнулся на заброшенный корабль НЛО. Изнутри доносились странные непонятные звуки. Это заставляет задуматься о внеземных гостях. А вдруг они среди нас? Знаете, что зеркала могут стать ловушкой для душ людей, которые в них смотрят? Этот ребенок – живое тому доказательство. На видео запечатлен гигантский монстр. Но точно не ясно, какого он рода. Огромная змея, дракон или, может быть, червь? Во время путешествия опытный пловец был ошарашен увиденным. Что заставило горбатого кита принять такое положение, да еще и оставаться неподвижным так долго? Возможно, перед нашими глазами разворачивается мистический ритуал морских гигантов. В заброшенной шахте начинают раскачиваться цепи. Это пугает туриста до дрожи. При следующем же визите оттуда доносятся зловещие звуки, словно шахта ожила и не рада гостям.
Эти силуэты гигантов напоминают сцену из «Атаки титанов». Великаны кажутся нереальными, но их фигуры создают ощущение будущей катастрофы. Компания друзей находит нечто странное. Большой круг, который напоминает пасть с сотнями зубов. Жуткая находка вызывает мурашки по коже. Есть подозрение, что озеро скрывает древнего хищника. Фермер наконец отыскал причину гибели скота. На участке он находит существо, напоминающее чупакабру. Ужасающий вид незнакомца вызывает страх и тревогу, подтверждая самые страшные подозрения. Легенда о кровожадном существе стала реальностью. Сердце начинает биться быстрее, когда происходят такие моменты. Внезапное появление и исчезновение тени создают ощущение присутствия призрака и оставляют множество неразгаданных вопросов. До сегодняшнего дня нам казалась смешной фобия боязни птиц. Берем свои слова назад. Выглядит очень жутко. В Китае пожилая женщина с демоническим рогом на лбу поразила всех вокруг. Врачи могут удалить это образование хирургически, но организм бедной старушки может не выдержать сложную операцию. Обратите внимание, в зале всего одна клиентка, но если вы присмотритесь к заднему креслу, то заметите нечто мистическое. Мысли начинают лихорадочно искать разумное объяснение странному явлению. Невероятный вид морского чудовища создает ощущение, будто оно пришло из глубин мифического мира, где царствует медуза Горгона. Камера наблюдения в одном из офисов зафиксировала странные события. Остались ли среди вас люди, которые не верят в полтергейстов? Невероятная находка в лесу поразила туристов. Это дерево вызывает ужас и дрожь тем, так как напоминает человеческие конечности и волосы. Позже туристы узнают, что в древние времена здесь заживо хоронили людей. Дементоры в реальной жизни? Плюс одна фобия. Женщина внезапно замирает, словно время для нее остановилось. В такой позе она простояла целую минуту, а затем продолжила идти, как ни в чем не бывало. Прохожие в недоумении, ведь сцена кажется нереальной, словно фрагмент из фантастического фильма. Это просто не укладывается в голове. Вещи в доме двигаются сами собой, будто кто-то невидимо играет в игры. Когда даже собака начинает лаять на пустое место, чувство тревоги переходит в настоящий ужас. А то, что хозяин дома видит за окном, окончательно убеждает его. Он столкнулся с чем-то сверхъестественным. Представьте себе, каково это бродить по заброшенному дому, где становится страшно. Услышать шаги над головой в такой ситуации – настоящий адреналиновый удар в сердце. Каждый изгиб, каждый контур фигуры выглядят неестественно на фоне безмятежного неба. Кто автор этого небесного послания? В прозрачных водах скрывается нечто загадочное и необъяснимое. Словно призрак, одетый в мантию, оно скользит по воде.
Китае существует феномен, который известен как «поющие пески». Когда шагаешь по дюнам или песчаным склонам, земля издает странные звуки. Поверьте, это все физика. Я прям чувствую вот этот звук. Поющие пески. Кратер с бурлящей жидкостью был обнаружен арабскими туристами в пустыне. Что за загадочная субстанция извергается из его глубин? О, это точно заставляет кровь стынуть в жилах. Скажу честно, я бы не мог уснуть, зная, что в моем доме обитает такое. Это напоминает сюжет из настоящего хоррора. Что могло заставить ее совершить такой удивительный и одновременно жуткий акт самопожертвования? Бескрайний океан становится ареной для захватывающей сцены. Что заставило сотни морских животных собраться в одном месте? В мире природы еще много тайн, и кажется, перед нами одна из них. В морских глубинах плавает удивительное создание – акула с человеческим лицом. Ее внешний вид поражает. Маленькое тело и два больших глаза под носом. Какие секреты скрываются за этим странным созданием природы? Кто еще сомневается в существовании полтергейстов? Жители квартиры могли бы уже давно понять, что в этом доме им не рады. Через ущелье выходит таинственный дым, который напоминает привидение. Невозможно оторвать взгляд от этой мистической тайны природы. Под землей нашли массовое захоронение неизвестных существ. Даже для ученых остается загадкой их происхождения. Камера зафиксировала удивительный момент. Возможно, сам Люцифер пришел в наш мир. Ветка дерева замерла в воздухе, будто таинственная сила удерживает ее. Невероятно. Мир полон тайн и загадок. И куда ведет мистический портал, мы никогда не узнаем. Это видео вызывает мурашки по коже. Существо превратилось в тысячи мельчайших копий себя. Выглядит опасно. Руками их касаться точно не стоит. Вы заметили? Идет дождь. Но только в одном крошечном месте. Может быть, в этом месте скрывается что-то особенное? Заслуживает нашего внимания. При закате небо словно вспыхнуло огнем, создавая впечатление пылающего пламени. Может быть, за этим прячется что-то зловещее, ждущее своего момента? В пещере нашли человека в черном. Его глаза, как угольки, внимательно осматриваются, будто он прячется от опасности. Что за тайны и угрозы скрываются в этом месте?
Странный летающий объект был запечатлен на видео. Нам остается только догадываться о пункте его назначения. На небе возникло облако, похожее на гриб после ядерного взрыва. Его форма словно пророчество будущих событий. Туристы нашли загадочный кратер. Опасное место может поглотить все на своем пути. Что это может быть? Мы теряемся в догадках. Любое существо стремится к жизни, даже если для этого слишком поздно. Жутко, правда? Представляете, весь этот район поглотила паутина. В доме начали происходить вещи, которые казались невозможными. Часто что-то двигалось без причины и слышались непонятные звуки по ночам. Семья установила несколько камер, чтобы записать доказательства этих событий. Выдвижные ящики открываются, и даже столовые приборы вылетают с полок. Что за тайны скрывает этот дом? Муравьи проводят какой-то ритуал? Это оптический эффект или астрономическое явление? Или, возможно, это что-то совершенно иное, что выходит за рамки нашего понимания о космосе? Каким образом этот дом попал в открытый океан и что за тайны скрывает внутри? Может быть, это база подводной лаборатории? Морские исследователи столкнулись с новой загадкой океана. Это существо похоже на мутанта-осьминога, и оно точно не выглядит безобидным. Это действительно странно. Обычно ветер может повалить деревья, но чтобы вырвать их с корнями из-под земли, нужно что-то гораздо более мощное. Строители в Индии обнаружили двух птиц с жуткими черными глазами. Некоторые люди в сети предположили, что это инопланетные птицы, и кажется, они были правы. В небе обнаружили три летающих корабля, в центре которых была сфера. Она светилась белым светом и перелетала от корабля к кораблю. Может быть, это технологии из будущего или даже пришельцы, исследующие нашу планету? В Таиланде обнаружили шерстяную змею. Рептилия с необычной внешностью сбила всех с толку. Многие думают, что это божество Наги. Змееподобное мифическое существо из индуизма и буддизма. Верить или нет в подобные загадки, решать вам. В дебрях джунглей был замечен гигантский паук. Что это за создание? Какова его роль в экосистеме? И насколько он опасен для человека? Мы никогда не сможем добраться до всех цивилизаций, скрытых в джунглях и океанах. И, вероятно, мы так и не узнаем, кто этот маленький обитатель деревьев. Это совсем не похоже на метеорит. Неудивительно, что видео вызвало большой резонанс среди общественности.
сотни пернатых внезапно заполонили небо. Это зрелище выглядело настолько таинственно и необычно, что многие начали гадать, не является ли это предвестником плохих событий. Что заставляет рыб сбиваться в такой огромный косяк и буквально выпрыгивать из воды в лодку? Кто или что их напугало? Иногда реки становятся красными не из-за химикатов, а по другим загадочным причинам. В Перу есть река, которая периодически окрашивается в ярко-красный цвет. Некоторые видят в этом библейское предзнаменование, считая, что река предвещает что-то великое или ужасное. Смотрите, это напоминает сцену из фильма о Веноме, когда симбионт принимает необычные формы и движется как живая масса.